В Ульяновске произошел порыв. Такие заголовки в новостных сводках для горожан, увы, не редкость. Этой зимой коммунальные аварии случаются сплошь и рядом. То лопнет труба в Засвияжье, то вода хлынет на Минаево. По поручению главы региона Алексея Русских, министерство ЖКХ провело мониторинг состояния всех коммунальных сетей. Степень износа по ним составляет порядка 70%. Статистика, которую я называл и которую мы с вами еженедельно отслеживаем по количеству нештатных ситуаций, она имеет такую закономерность. Степень износа, протяженность сетей. И в городе Ульяновске получается концентрация данных нештатных ситуаций самая высокая. Аварийные ситуации доставляют сильные неудобства ульяновцам, особенно в районах, где ремонтные работы идут часто. Например, в железнодорожном. Я вот пока ждал, у нас от колодца до дома доведут 10 метров трубы. Я спросил, я говорю, ребят, вот эти щепки прекратите сбивать. Возьмите, сколько тут? 9-10 метров. Я говорю, возьмите один раз, поставьте, и будет все нормально. Ну, здесь вот постоянно что-то делают, перекапывают, блин. Его каждый год, наверное, на году два раза делают. Вот это вот место вот делают. Все равно аварии. И все равно это то же самое. На опытном поле бывают такие аварии? Бывает. Там, наверное, мне кажется, больше всего, потому что колодцы вот эти трубы ржавые. Только в прошлом году органами прокуратуры в области ЖКХ было выявлено 3300 нарушений законодательства и более 900 фактов длительного отсутствия воды и сбоев водоотведения. К этому приводит заброшенность коммунальных сетей и их бесхозяйность. В теплое время года проблема усугубляется. Вот летом, особенно в пригородной зоне, там, к сожалению, износ инженерной коммуникации также имеет место быть, достаточно высокий. Там идет большой расход воды, потребление, потому что у многих имеются там земельные участки, которые нужно поливать. И в этой связи, с учетом того, что еще утечки на этих инженерных коммуникациях, требуется принятие, по сути, радикальных мер для замены этих самых коммуникаций. Для решения проблемы водоснабжения были привлечены дополнительные средства из федерального бюджета. Губернатор защитил программу модернизации коммунальной инфраструктуры Ульяновской области на штабе по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Работы по ремонту водоснабжения будут проводиться и в рамках других проектов. По программе модернизации сетей ЖКХ выделено 1,5 миллиарда рублей, из которых 484 миллиона – Ульяновску. Работы по городу уже распланированы. Порядка 24 километров сетей водоотведения и 21 километра сетей водопровода. Что вот в сумме за эти два года, что позволит нам снизить аварийность, что самое главное, наверное, а также процент утечек. Всего по области программа позволит отремонтировать 152 километра сетей до 2025 года. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.